Мне кажется, все-таки нам надо рассмотреть и кадровые вопросы, в том числе, порекомендовать правительству принять какие-то кадровые изменения. Постановление, я думаю, мы сможем сформулировать такие предложения. Вопрос. 6% исполнения программы региональной по ТКО – это нормальный результат? Я, Евгений, как раз в третьем вопросе ответят, насколько он нормальный. Я понимаю вопрос, согласен. У нас провалено все по ТКО.